Забота о нашем общем доме – это не только об улице, городе или стране, это обо всей планете. Сегодня во всем мире отмечают День охраны окружающей среды. Более чем в сотни стран проходят флешмобы, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Много акций в Беларуси, в Минском Ножицком парке можно поучаствовать в эковелогонке, а в галерее современного искусства стать частью «Эко-уикенд». В 2016 году планируется разработка и принятие национального плана действий по внедрению принципов зеленой экономики. Мы планируем, что данный документ будет разработан, созданной и работающей уже группой экспертов государственных органов в декабре 2016 года. Тема Всемирного экологического марафона – борьба за дикую природу. День охраны окружающей среды празднуют по инициативе ООН уже более 40 лет.